В этом видео стойка Columbia от производителя Springfield. Стойка предназначена для установки сидения. Полностью выполнена из анодированного алюминия. Имеет широкое основание диаметром 23 см и 6 отверстий для крепления. Стойка имеет возможность регулировки высоты. Для установки сидения вам необходимо будет установить на стойку вот такое вот основание. Такие основания совместимы с большинством кресел, которые можно приобрести в нашем интернет-магазине. Либо в нашем интернет-магазине вы сможете приобрести вот такое вот основание, которое позволит креслу двигаться взад-вперед, либо влево-вправо, в зависимости от установки. Пусть комфортно будет у вас не только дома, но и на вашей лодке.